Чуваки, здорово всем зрителям на канале XL Live. Давно не было у нас футбольного видоса, поэтому эту ошибку нужно обязательно исправлять. Сегодня у нас будет челлендж на 10 тысяч рублей, а тот, кто проиграет, станет на жопу. А сейчас я вам представлю участников. Стоп, а где Денис? Не знаю. Попробуй позвонить ему, может, узнаешь. Да, Илюх. Алло, Дэн, привет. А ты где? Слушай, я тебе могу звонить, но сегодня не получится по семейным обстоятельствам, поэтому сегодня без меня, Илюх. Блин, нам народу не хватает. Ну ладно, Дэн, давай. Блин, Илюх, ну извини, правда. Видишь, парень крутит. Может, он. Его позовем? Да, его. Мужик, здорово. Здравствуйте. Слушай, а мы челлендж снимаем? Привет. Так. А как зовут? Меня зовут Андрей. А ты из Калининграда? Нет, я из Уфы. Я понял. Я работаю, слушай, мячи собираю тут. Я понял. Мы просто челлендж снимаем футбольный. Ты так. Не хотел бы поучаствовать? Там с удовольствием. На денежку. А на какую? На 10 тысяч. 10 тысяч? С да. Удовольствием. Я готов. Готов выиграть? Готов. Деньги мои. На билет надо же в Уфу. Пацаны, правила очень просты. У нас будет 4 задания. Сначала лонгшоты. Ну, конечно, тут у нас не Зенит-арена и поле маленькое, но чем богато, тем и ран. Потом будут выходы 1 на 1 на 1. Бля. Сначала у нас будут лоншоты, потом выходы 1 на 1, потом удары с лету и пенальти. Тот, кто забьет больше всех голов, получит бабки. А тот, кто забьет меньше всех голов, встанет на жопу. А сколько бабок? Десятка. Десятка? Олег, смотри, да. Поскольку ты не особый профи в футболе, ты будешь выполнять задание, но ты не будешь считаться. То есть, ты а если я хочу выиграть 10 тысяч? Останешь на жопу, если проиграешь? Да. Серьезно? Да. Ну ладно. Все, парни, начинаем. Вы слушайте порядок. Первый бьет Андрей Уфа, я и Виталия в Сочи. Пятый Богдан, реклама, понятно, хроник. Потом Дасик и Олег, и Мот. Ребята, вы не ругайтесь на нашего вратаря, он не профессионал. Мы начинаем, заткнись ты там, сука. Мы начинаем, первый удар, главное не обосраться. Обосрался. Андрюшенька, что, тяжело мне. Что тяжело? Дома. Ты из Уфы, понимаешь? Ну конечно, мне тяжело без дома, это страна, уже погода. Страна, в которой родился футбол, понимаешь? Ой, Уфа. Иди нахуй. Пока я камеры настраивал, ребята разминались, поэтому я немножко не в преимуществе. Ну давай, пошел. Как это так? Дрочит и залетает. Все проплачено. Виталий, у нас новый участник на канале. Врываемся на канал вот таким четким ударом. Ворвался и сразу вылетел с канала. Все, спасибо. Ладно, я переодеваться пошел. Да, все, заберете. Давай, Виталий. Андрюха, Уфа. Слива, связь, факс, почта, голуби. Я не привык говорить много. Я привык много делать. Туда же. Ладно, все. Я привык много делать. Олег, поставишь конкуренцию этим? Да тут нету конкурентов, нет, понимаешь? Что ты? Я профессионал. Не знаю, я смотрю, как профессиональные футболисты промахиваются ударами, блядь. И мне становится страшно. Так я, Богдан, попал, ты же не... Я всю свою жизнь все умею, блядь, делать. Дрочить и играть, блядь, в Counter-Strike. Я опять проебал. Удачи, ты промахнешься. Иди нахуй. Ты не скажешь перед ударом? Нет. Так, что, мой удар, да? Значит? Мяч куда ставить? Можно куда поближе, хочешь? Да? Нет, куда хочешь. Олег, ты можешь прям возле ворот. А ты куда там разгоняешься? А я с угла, головой бью. Смотри. Смотри, чтобы вы понимали, мяч вон там. Готов? Давай. Я еще так уебу, это пиздец нахуй. И погнали. Также отдельно хотелось поблагодарить клуб футбольной техники «Технарь» Андрея Воронина за предоставление поля для съемок. Если вы из Калининграда и хотите поиграть или потренироваться на искусственной траве, то обязательно заглядывай в описание и переходи по ссылкам. Там найдешь много чего интересного. Че, парни, второй челлендж, выход 1-1. Надеюсь, вы хоть будете забивать. Просто очка дать или обвести вратаря? Это не здесь. Забить или обыграть? Что? Просто забить или обыграть? Что? Просто забить или обыграть? Ну поехали, блядь. Первая пошла. Главное распечататься. Хватит уже обсираться. Что это сейчас было? Это было ужасно. Вообще. Меня всегда учили играть красиво. Я тоже вокал, но на жопу вставать не хочу. Что,
Что-то на жопу стану я. На первом ударе я не сделал один важный ритуал. Оу, ма. Это что сейчас было? Я не знаю. Не, ну чтобы понять, чтобы, блядь, думать как вратарь, нужно быть вратарем. Сними его. Я обосрался. Ну да. А ты без мяча будешь выходить? Да. Да что мудрить там это все? Стасик, поехали! Не, забил совесть. Арсенальские штучки ваши. Раз ты за такое ебало, блядь, снуться. Парни, третий этап, удары с лета. Пиздец, блядь, вратаришка. Как я уже говорю, красная кнопочка должна быть серой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. О, молодец. Инстаграм будет в описании. Да, правильно? Да, конечно. Богдан, надо забивать. Я или Богдан пиздец? Гусар, и у меня есть мечта. Я хочу забрать очко. Ну что же, выпьем за вас и за мое очко. Давай, я готов, Гнатов. Кстати, Матвей, если ты забиваешь, то вы с Сочи, ой, с Виталий боретесь за деньги. Давай. Я понял. Это пиздец, блядь, это вот так вот. Блядь, я думал, Матвей проиграет, какого хера? Пиздец, просто какие-то ноунеймы, очки наши забирают. Наши очки, родные наши. Давай, Дасик, давай. Сейчас нормально. Так, получается, у нас два финалиста, Матвей и Виталя. Давайте сейчас тот, кто проиграет. Получается, бьет Олег, Богдан и Дасик. Ты потенциально можешь встать на жопу, ты в курсе? Да я понимаю это все прекрасно. Да почему? Есть шансы. Да, есть. Да. Давай. Четвертый раз. Пойду ролики сниму. Вот он! Амаз! Смотри, ты можешь ему деньги предложить. Богдан, сколько надо, скажи честно. Ну вот. Ты, сука, ему не можешь себе позволить. Это дело чести моего очка. Олег, я же в самом начале говорил, блядь. Король вернулся, блядь! Сейчас у нас два победителя, Матвей и Виталя. И сейчас вы будете бить пенальти, давайте. Ебать, ты лошара, пиздец! Если Матвей выиграет, это просто максимально нечестно. Мы отпиздим, мы с Андреем его, запинаем, сука, и отпиздим. Хейтерам привет. Ты пиздец, лох, блядь! Что это за исполнители пенальти? Это кошмар! Все, последний шанс, последний удар. Заебал, это заебал! Ты че, блядь, своих братьев по очкам травмируешь? После этого сейчас Дасик пропустит удар от Виталика. Матвей тебе просто дарит второй шанс. И вот эти вот исполнители, блядь, сражаются за 10 тысяч рублей. Блядь, ну это просто. Удайте, я раз ударю, просто забью и все. Давай. Что это происходит, ёбаный ты? Брат, блядь, ну как это назвать? Кончалыга ты, вот это. Давай, чай! Это шок. Я не знаю, что происходит. Ну как? Ну почему вы такие, блядь, дурачки-то? Я не понять не могу. Пиздец, вы сейчас на жопе будете стоять вместе с Олегом. Это жесть.
Слава богу, наконец-то, блядь. Сейчас попьем с ним по 5000 рублей и пойдем в уху. Ребята, огромное спасибо всем за роль. Стоп. Да? Да. Что такое? Слышь, там надо подойти кое-куда. А что такое? На жопу. А вы кто молодой человек? Давай. Ты чё? Я не в игре не попал, мне тут не попал. Я джентльмен, такой уж воспитать. Все, друзья, огромное спасибо за ролик. Вот у нас проигравший. Где у нас победитель? Что, спасибо. Обязательно подписывайтесь на канал и подписывайтесь на инстаграм ребят, кто вам понравился. Все ссылки будут в описании. Всем удачи. Всем пока.